Просто чудик обладал одной особенностью. С ним постоянно что-нибудь случалось. Первая постановка и полный зал. Открывает фестиваль спектакль «Хома Чудикос», главный и единственный исполнитель которого Антон Зольников. Это очень ответственно. Это все время такая проверка на прочность, потому что действительно ты один и ни за кого не спрячешься, и партнеров нет, партнером является зритель. Вот. И всегда это сложно. Если попадаешь, находишь этот контакт со зрителем, то спектакль случается. Со сцены актер рассказывает историю чудаковатых людей, о которых он читал в произведениях Шукшина. Это раздумья о жизни и смерти, любви и судьбе. Получилась трагикомическая и философская история о загадочной русской душе. Идет она больше часа. Театр может быть любым, он не имеет права быть скучным, сколько бы ни было актеров на сцене, один или их много. Есть потрясающие совершенно актеры, которые могут удерживать внимание зрительного зала просто бесконечно. Бывают актеры, которые выходят на сцену и могут просто молчать. И это молчание будет настолько наполнено, что ты будешь наблюдать за ним вот все то время, пока он будет тебя давать. Программа фестиваля насыщена, поэтому несколько дней будут показывать сразу по два спектакля за вечер. Актеры приехали из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, много мечей. Между собой участники не соревнуются, но после каждого показа материал обсуждают представители жюри. Свой первый фестиваль в Лицейском театре решили сделать не конкурсным. Поскольку фестиваль первый, и мы очень хотели, чтобы он получился, и когда объявили мобилизацию, оказалось, что у нас 4 работы идут на фестиваль. 4 работы в театре создавали с нуля и успели к фестивалю. На фестиваль Лицейский театр тоже подготовил премьеры. Останутся они в репертуаре или нет, решат зрители, когда проголосуют. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7.